Раздражает ли вас пух и чем он вас раздражает? Раздражает, в нос и мне лезет и в рот. Пух раздражает, конечно. Нос чешется. Кончик носа чешется вообще невозможно. И в волосах запутывается. Чешется нос все время от него. Естественно, раздражает, у меня вообще на него аллергия. Когда пух попадает на меня, ну, на лицо или в глаза, я начинаю чихать, и у меня появляется насморк. И это не очень хорошо. Раздражает тем, что он лезет в глаза, в нос, везде. И ребенку не нравится, она психует. Чешет лицо бесконечно. Желательно, чтобы как бы избавиться от этого пуха. Но не от всех деревьев. Да, это очень аллергия. Это ужас просто. Сейчас вот ребенку говорю, что и глаза слезятся, и насморк. Это вообще ужас. Страшный. Раздражает. Нос постоянно лезет в глаза. Раздражает. Он лезет везде. В нос, в глаза. Ага. А какие-то средства защиты вы пробовали? Очки. Помогает? Да.